Это красотка. Ну, по срокам созревания, видите, он. Пока зеленый, как огурец. И ягоды еще даже не набрались по размеру. Они должны быть вот такие, сливки. Ну, он и в том году. Хотя нагрузки тут что нам? На одной ветке одна гроздь, две, полторы. И все равно он не набирает толком. Мучнистую росу, видите, как его любят. Вот она. На стволе, на веточке. Черные пятна, это мучнистая роса. Неустойчивый он к ней. Вот она, мицелия, можно посмотреть, как выглядит. Видите, такой пушок серенький на листе. Вот это она так выглядит, мучнистая роса. Но успевает вообще у нас выздороветь который... В том году вызрел. Ягодка красивая, но... Ну и грузди такие широкие. Грузди красивые, все у нее красивое. Красотка. Но вкус, конечно, уступает другим моим. Поэтому нет смысла заморачиваться. Взрослый, 4 года. Я его весь срезал практически, чтобы перепривить. Ну, прививочки, конечно, здесь не совместились с этим сортом. Не знаю, как ласточку пробовал привить. Еле-еле где-то там проклевывается, но боюсь, что может не дозреть. Красобалок пошла, да, на нем. Ну, прививочку к палке привязал, но у него тут почка неудачная попала. Видите, она листва пестрая. Вот такая. Ну, она ничего, ничего страшного, конечно. Найдутся и нормальные почки, но попала вот в эту... Секторальный какой-то мутант. Бесхлорофильный.